Продовжуємо ефір «Абас ТВ». У нас тут Віра Романова. Говоримо про емоції і про те, як спілкуватись з дітьми на різні теми. От поговорили про те, як спілкуватись, наприклад, про смерть, так? Як пояснювати дітям, що таке смерть тварини. А щодо смерті реальних людей, наприклад. Тобто, от, знову ж таки, відбувається постійне насильство і на телебаченні, і усюди. Це знову пояснювати, як через фантазії, через певне сприйняття таке уявлення. Ну, так? Як по мені, так это самый гуманный, самый аккуратный способ объяснить ребенку об этом. Я не перестаю ссылаться, наверное, на книгу Джоан Роулинг, да, «Гарри Поттер», в которой очень понятно, толково объясняют, показывают и формируют детскую толерантность по отношению к чужой смерти. Да, мы все не вечны, да, мы кого-то теряем. Мы теряем лучших друзей, мы теряем наших учителей и наставников, да, мы остаемся одни. Мой учитель в профессии, Юрий Михайлович Швалб, он когда-то говорил, я не знаю, насколько страшную вещь я сделал, но вот дети после Чернобыля, да, которые пережили вот катастрофу, которых вывезли из этой территории, они переживали, что они больны чем-то, да, у них какие-то изменения в организме, они переживали свою собственную смерть, и он тогда переключил внимание подростков, вот с которыми он работал, по поводу родителей. Во-первых, что они будут делать, когда их родители умрут, и что они еще сделают, чтобы они не умерли. Uh-huh. И вот тогда дети, подростки, да, мы уже говорим не о маленьких детях, мы говорим о подростках, стали более осознанно относиться к своей собственной жизни, к заботе о других людях, о людях рядом. Да, к сожалению, мы не защищены от терроризма, и он все чаще и чаще везде. Да, у нас в стране война, да, в Сирии война и куча беженцев. И здесь, как по мне, так лучше всего говорить о социальном интеллекте, об эмоциональном интеллекте, об эмпатии, которая все это развивает. И вот научить детей понимать свои собственные чувства, да, то, о чем мы уже поговорили, научить детей понимать чувства других людей, более того, научить детей и самих себя понимать, как мы влияем на чувства и эмоции других людей, и как чувства и эмоции других людей влияют на нас. С одной стороны, про влияние. Когда мы понимаем, что наше поведение, наши реакции, наши эмоции влияют на чувства других людей, мы ответственны за то, что мы делаем с другими людьми. То есть мы не образуем людину, да? Мы не будем... Ну, нужно контролировать это. А с другой стороны, когда человек приходит с негативными чувствами, например, да, или с позитивными, он же тоже на нас влияет. Я когда-то в очереди в кассу в каком-то супермаркете стояла второй или третий в очереди, и стоял молодой человек, который, так скажем, докопался, да, к кассирше, и я понимаю, что время позднее, она целый день пикает на кассе, а он прям по поводу какого-то продукта на нее наезжает. Я понимаю, что она всего лишь работает на кассе, что она вообще не отвечает за производство этого продукта там, или за его упаковку, а он прям агрессивно на нее, агрессивно просто давит. Я в этот момент начинаю улыбаться этой кассирше, просто улыбаться и обесценивать всю эту ситуацию. Я вам хочу сказать, что, во-первых, очередь убыстрилась раз, наверное, в 5. Во-вторых, когда я пришла к ней, она мне сказала спасибо, она меня очень быстро обслужила, мы с ней обменялись эмоциями, понимаете? Мы влияем на других людей, даже эмоциональным полем, даже ничего не говоря, просто стоя рядом. И вот эти моменты, если мы хотим жить в мире, в котором есть доброта, толерантность и понимание, мы сами, ну, должны начать делать джерелом так, цього, так? Да, делать так, чтобы вокруг нас создавалась такая атмосфера. Да, возможно, мы вправе переживать негативные чувства, да, возможно, мы вправе испытывать злость, испытывать разочарование, мы вправе испытывать массу негативных чувств, да, но мы должны понять, что наши чувства не должны быть ущербными для других людей. Ну от ми казали з тобою до ефіру, так говорили про те, що подавлення цих відчуттів провокує певні хвороби. От які хвороби провокують які відчуття? Є така якась статистика? Чи конечно, наше тело устроено таким образом. Когда у нас появляются болезни в теле, они зависят от того, как мы думаем о нашей жизни. И вот то, как мы думаем о нашей жизни, на самом-то деле, оно же формируется социально. Оно формируется телевидениями, СМИ, лентой Facebook, общением с другими людьми. И мы понимаем, что вот все эти конфликты внешние, да, мы переносим вовнутрь. Более того, самый яркий пример, наверное, это гороскопы. Когда мы читаем негативный гороскоп, мы говорим... Это так уж
впливає на, здоров'я. Ну, ёлки-палки, такого со мной не может произойти. И вот этот вот негативный фон, он весь отражается в нашем теле, потому что мы вдруг негативно начинаем думать о нашей жизни. Если мы думаем о ней позитивно, мы способны, ну, как бы наше тело расслабить, да, и совершить гораздо больше полезных и эффективных действий. Есть другая сторона этой медали — наш организм. У нас есть печень, почки, сердце, там, кровь. И вот они, к сожалению, слов не слышат. Они слышат только наши эмоции. И более того, они слышат наши подлинные эмоции. Сколько бы мы на уровне слов не пытались бы себя обмануть, что у нас все хорошо, наш организм слушает только наши настоящие эмоции и реагирует на них точно так же эмоциями или болью. Самый яркий пример, да, когда мы хотим кушать и очень голодны, какую эмоцию мы испытываем? Ну, как правило, злость, да, наш желудок нам, мы начинаем на все злиться, да, и наш желудок нам посылает... Дратувание. И наш желудок нам посылает эту эмоцию, чтобы мы осознали наконец-то, что, эй, товарищ, пора, накорми меня, да, и точно так же мы, когда его кормим, мы начинаем его насыщать какими-то положительными эмоциями, там, желчная железа, да, там, или поджелудочная железа, они же тоже реагируют на злость, да, вот желчь какая-то, которая у нас есть, она, как правило, показывает нам то, что что-то вокруг отравляет нашу жизнь, и мы на это реагируем. Да, действительно, бывают вокруг нас негативные люди. И, как правило, общению с такими людьми стоит сказать просто «нет». Но мы же не можем сказать «нет». Нам же все время кажется, во-первых, что вот там вот, ну, должно же быть когда-то лучше. Мы же искренне верим в людей, что они перестанут нести негатив и начнут нести позитив. А с другой стороны, мы не можем заставить себя прекратить это общение, если оно нам доставляет дискомфорт, и мы начинаем чувствовать там головную боль или какие-то там, ну, как это, спазмы, да, в руках. Мы перестаем слушать свое тело, а начинаем управлять только самой коммуникацией, чтобы доказать что-то. А коли, от кажуть там тибетські монахи, кажуть, що треба примусово посміхатись, що це впливає також на нормальну, тобто на краще впливає. Це є так? Тому що ти кажеш, що організм не чує таких лживих емоцій, так? Якихось штучних, от якщо постійно посміхатись ходити. Возможно, это просто тренирует, ну, выражение лица, тренирует внутренние органы. Я от тибетских монахов слышала немножко другое. Если взять наш способ жизни, то мы все взрослые живем прошлым. У нас все переживания связаны с нашим прошлым опытом. У нас там было что-то позитивное, что-то негативное, но мы все время, думая о будущем, думаем категориями прошлого, да? А как вот там вот в будущем было, как будет так, как у нас уже было. В отличие от этого, дети до лет до 4 гораздо умнее нас, и они все время думают про будущее, и они проживают вот это вот неизвестное. Тибетские монахи, они делают очень прикольную штуку, они говорят о жизни здесь и сейчас, о том, что нужно осознавать свое состояние здесь и сейчас и пытаться его поймать и изменить. Ну вот, например, да, вы утром сегодня проснулись, вы помните, что проснулось у вас раньше? Желудок, глаза, с какой ноги вы встали, когда вы чистите зубы, да, какие ощущения вы при этом испытываете? Я думаю, когда я проснулась, я уже ходила десь, уже что-то робила. Вот мы прожевываем наши эмоции, да, мы их опережаем и забываем концентрироваться на здесь и сейчас. Поэтому все вот эти техники медитации, они направлены на то, что я в психологии называю самоопределением, да, а буддийские монахи называют жизнью здесь и сейчас, жизнь в моменте. Мы не способны жить в моменте реально, но мы способны останавливать свою жизнь для того, чтобы сконцентрироваться на том, что мы сейчас ощущаем, и понять, чего мы сейчас хотим, а потом уже идти это хотим реализовывать. Это очень хорошая техника понимания, так, стоп, а где я сейчас, в прошлом или в будущем, да, я вот здесь сейчас, что я сейчас чувствую, что я сейчас испытываю, мне это помогает или мешает. И когда ты зупиняешься тут и зараз, навіть кольори стають яскравіші. Так? Мы можем их специально сделать ярче или наоборот тускнее. Мы можем какие-то эмоции усиливать, а какие-то убирать. Но это только здесь и сейчас. И у нас здесь в психологии, естественно, в отличие от там буддизма, существует вот через самоопределение, да, шаг в будущее, и у нас не получится ничего сделать
в будущем или что-то изменить вот там через 5 минут, до тех пор, пока мы не остановимся. Да? В психологии развития, особенно там в развивающем обучении детей, всегда говорят, любые изменения происходят только через остановку. Мы сначала должны остановить свои эмоции, должны остановить свои чувства, сконцентрироваться на них, понять, что нам мешает или что помогает, и только через остановку, только через паузу мы можем осуществить какое-то действие. А если мы бесконечно что-то переживаем, что-то чувствуем, мы можем реализовывать либо только то, что нам навязали социальное, как надо, и перестаем слышать самих себя, либо мы бесконечно действуем и начинаем быть похожими на вот этих вот зайчиков из рекламы Energizer'а, да, которые бесконечно бегут, но при этом уже бежать некуда. Уже бежать пора давно остановиться, а мы все равно по інерції біжим. Поэтому вот эта вот пауза, вот эта остановка, она должна быть обязательно. Відразу знову повертаючись до дітей, як правильно їх сварити? Как правильно ругать детей? Точно детей ругать нужно только за те предметности, которые есть в мире. Нужно очень четко разделять, где мы говорим о личных качествах ребенка, какой он, и где мы говорим о том, что он сделал, да? Если мы хотим, мы ругаем, как правило, за то, что он не соответствует норме, как правильно себя вести, но на уровне слов мы, ругая за действия, обижаем и затрагиваем личные качества. Вот как только мы перестанем затрагивать личные качества, а начнем ругать только за дело, да, смотри, вот так нельзя, детям нужно сразу же показывать, а как это исправить или как это должно быть, с одной стороны, а с другой стороны, самое главное в отношениях с детьми – это доверие и поддержка, чтобы этот ребенок мог тебе доверять, и он знал, чтобы он знал, что несмотря на то, что он сделал и какой он, мы всегда его примем. А когда мы родители, каждый раз, один раз ругаем, второй раз не ругаем, один раз ругаем за это, второй раз ругаем за это. Когда мы сегодня сказали, так, короче, разбил вазу, а завтра за эту же разбитую вазу наругали. Дитина не може зрозуміти. Да, ребенок не может понять, что есть норма и как на это реагировать. Из-за этого начинает скрывать, проживать эти чувства внутри себя и перестает доверять нам, чтобы рассказать о той шкоде, которую он сделал. Вдячна тобі дуже, Віра, за те, що долучилася до нас. Віра Романова, психолог, була у нас в гостях. Залишайтесь за БОС ТВ, далі ще багато цікавого.